Привет, друзья! Вы, если вы смотрели прошлое видео, обязательно посмотрите его прямо сейчас, а потом продолжите смотреть это. Это обязательно. Короче, это видео называется «Не смотрите это видео». Короче, логика тут вообще не нужна, просто тупо посмотрите это видео. Но это видео не надо смотреть. Ну, как бы там написано, ну, посмотрите. И там я пытался сделать АК-47 Императрицу и Азимов, но мои попытки ушли ко дну. Поэтому сегодня, прямо на ваших глазах, я буду делать свой скин на АК-47. Макет я уже сделал, как я говорил в прошлом видео, сам. Конечно, не очень красиво, так изолента, все так. Лучше все, чтобы все это однотонно было. Блин, аж некрасиво как-то реально. Ну, ничего. Глаза здесь не обязательно должны рябить от того, как я буду делать этот скин и все. Поэтому, ну, короче, приступаем. Вот. Такой вот. Это остатки спот Азимова я хотел сделать, но потом я убрал. Ну а черную изоленту оставил, потому что, ну как бы, это не мусор. Она красиво будет смотреться на моей. На моем скине. Так. А красную изоленту надо обязательно положить на место. Это берите пример. Если вам 6 лет. И нанесем сюда какой-нибудь рисунок. Ну, я хочу, например, сделать какой-нибудь там. Вот надо название сначала придумать. Потому что творчество позже. Вот, короче, у меня есть к вам такой небольшой опрос. Вы решите сами, какое название будет у этого скина. Как бы выбирайте. Пишите в комментариях, я еще опрос создам там, где вот там в подсказках вот тут вот должно быть. Первое. Это... Сейчас скажу. Зимние чары. А остальные три, как бы, это ослепительная месть. Ну, третье — это флешбэнг. Ну, это то же самое, что ослепительная месть, как бы, ну, так по-другому звучит, это третье. И четвертое — это опасное покрытие. И этот... ну, решайте. Ну, там должна быть в подсказках вот тут. Опрос. И через где-то месяц я просмотрю и, ну, увижу, как бы, и решу, точнее, вы решите, но я посмотрю, короче, и напишу бы название здесь. Ну, не название, короче, просто будет так называться скин. Ладно. Здесь... как бы можно написать название, ну, это будет как-то слишком банально, либо же напишем, почему бы и нет. А пока что я буду называть просто подопытный. Оказывается, подопытный. Или нет, короче, я напишу просто... Не знаю, АК, просто АК, АКшка, АКшка. Ну, я нанесу здесь рисунок, потом вам покажу его.
Короче, где-то половину я уже сделал. Вот так он на этой половине выглядит. Здесь как бы для названия будет. Ну, вот так вот вроде нормально. И у меня еще появилась идея для пятого названия. Зебра. Если у вас есть как бы тоже идеи какие-нибудь, то пишите в комментариях. Аж интересно, что вы там напишете. Кстати, если здесь маркер, то, ну, как бы, если его писать им на, ну, короче, на изоленте, он уже пальцем не сотрется. Так что, если что, уже, ну, можно держаться за такой. Акашку. Такую. Ну, сейчас я покажу это все в действии. Не знаю, вот пишите в комментариях, если вы вообще посмотрели это видео, там может... Может, как-нибудь там ручная работа, например. Потому что этот, типа, скин, как называться будет. То есть сделал я сам, без каких-либо там станков или особых умений рисования. Или там какие-нибудь детские рисунки, что-то такое. Так. На этой стороне можно также сделать название. Вот. А вот тут на этой стороне... Ой, сейчас, извините. На этой стороне можно сделать асимметрично. Тут, например, мы можем сделать круги такие. Посмотрим с той стороны, да. Уже асимметрия такая. Тут тоже можно так делать асимметрично, кружками. Когда-нибудь, может, КС... я сделаю этот скин как бы в 3D Max или в другой программе. И тогда можно будет даже играть с таким скином. Но только с ботами. Вроде. Но это будет и сложно, и... Ну, как бы мой скин уже ж не будет самой КС. Хотя можно написать, как бы, типа, в Steam, ну, компании Valve, можно написать... чтобы, например, мы добавили мой скин. Ну, не написать, а попросить. Мне кажется, они не согласятся. Типа, ну, ручная работа какая-то или говно какое-то. Скажут еще, ну... Так, и вот теперь будем вот так вот делать. Если вы досмотрели видео сначала, вы... до конца своей жизни будете сильвером в КС, если вы еще сильвер. Если вы досмотрели до середины, вы станете минимум там капралом, максимум... ну, сейчас скажу. Ну, берку там, например. А вот если вы до конца видео посмотрите, вы обязательно станете глобалами. Обязательно. Ну, почти что скин уже готов. Осталось подождать немножко, пока он высохнет, и
нанести какую-нибудь там печать или какой-то еще рисунок. Например, можно нарисовать какой-нибудь череп дракона или типа того. И будет что-то похожее на М4А4 Вой. Что это у меня получилось, блин? Оно какое-то получилось. Ну, так. Не очень. На этой стороне можно... написать... И если... И напишите в комментариях, если этот, разыгрывать этот АК-47 мне или нет. Тоже. И на 1000к подписчиков, ой, не к, блин, что я несу, на 1000 подписчиков мы сможем, как бы я смогу разыграть, и вы сможете получить его. Кто-то один из вас. Скоро я еще буду делать Deagle, Desert Eagle, и вам и тоже буду разыгрывать только уже на 750 подписчиков, когда будет. Мне бы хотя бы 10к набрать, и то даже очень много будет. Что-то говорит за 1000к. Это 1000. Это, короче, 1 000 000 подписчиков получается. А ну, к мы просто как бы перечеркнем и напишем здесь просто такую черную штучку. Нарисуем. И с этой стороны также. И получится даже немножко так красиво. Вот. Ну тоже ж, это ж если вы захотите. Вот так прикольно он выглядит, если смотреть с этой стороны. Короче, очень красивый АК-47. Вот. Да, я сделала это, ура! Теперь можно его куда-нибудь, например, на стенку повесить. Можно вот так вот, сейчас. Короче, не, я думала так как-то на ковер поставить, он не ставится. Можно как-то так, но он упадет потом мне на голову, когда я буду спать. Ну... Он подойдет как сувенир, и как просто, ну, в стрелялки играть с пацанами во дворе. И на подарок хорошо подойдет. Но только если самому делать, и если не рукожоп. А я вот такой вот рукожоп, который сделал достаточно нормальный, ну, рукожопский скин. Ну, а сам АК-47 вышел довольно неплохо. Я бы даже вообще похвалил бы сам себя, если бы я был другим человеком. Ну, похвалил меня, если бы я был другим человеком.
Так. Ну что ж, буду ждать, пока вы проголосуете, и пока, ну и пока, вот не знаю, пока хотя бы 50 человек из вас не проголосуют за то, чтобы разыграть этот АК-47. Когда проголосуют хотя бы 50 человек, то уже будет такой, как сказать, ну, как бы азарт, не то что азарт, а будет такая более хорошая конкуренция. А вот если там 2-3 человека проголосуют, ну что ж, конечно, это больше, самая большая интрига, но когда 50 человек, то вообще класс. Только потом надо будет закинуть мне на Steam 5 гривен или 7 рублей, ну, смотри, где вы живете, и я отправлю вам в посылке этот АК-47. Ну, это как такая небольшая комиссия, ну, не, это не обязательно, вы можете и не отправлять мне, ну, столько, просто это... мне нужно на Steam деньги. Я хотел купить Garry's Mod. И просто за доставку платить мне будет. Ну, это если вы живете в Украине, то вам будет проще, потому что передать там по новой почте это намного сложнее на почте, а на Укрпочте ну и надежно и надежней и быстрее и дешевле, не быстрее, ну короче дешевле. А вот если вы живете в России, то мне будет намного сложно, ну намного сложнее найти его, ну как бы не найти, а отправить вам. Хотя там отделение будет. Ну, короче, это все стоит больше денег. Ладно, будьте счастливы всегда. Всем удачи, всем пока.